дорогие друзья! С вами, как всегда, Кофе, Алекс Фокс, Фрэш и Варпати. У нас сегодня гоночки в GTA 5 Online! Я первый, чуково-чуково-чуково, бро. Вот и все, хей-йо, братишки! Так, ребят, у нас сегодня будут очень сумасшедшие гонки, очень экстремальные! Пацаны, я даже чехол не взял, меня уже стало смотреть. Ну вот обязательно надо было кого-то скинуть, вот просто на первом повороте все улетели, пацаны. Ну как так вообще произошло? Не переживай. Ребят, сегодня специально для вас мы покажем вам новую тачку. Так, где здесь ехать? О, фига там взрывы. Так, ну я взял, видимо, правильную тачку. Вообще я выбирал Т-20, а у меня почему-то взял себе Сирис. Ну да ладно. А у меня почему-то Олег с перегрузом. Вообще-то там было это... Тихо, трансформация на Сирис как бы. А, погоди. А, реально трансформация была? Да. Я что-то как-то даже... Нет! Ну, Макс, ну ты чё, зачем? Я случайно. Ну да, конечно. Да, все так говорят. Я же сам в меня врезался. Макс, ты же понимаешь, что я тебя сейчас догоню просто и вот накажу. Только попробуй. И вот просто... Я не долетел. Нет, долети! Это что такое? Я не долетел. Хотел сказать Макс себе, что это карма, но я как бы сам не долетел. Это карман. Поэтому я не знаю, как так произошло. Пацаны, пробуем еще раз. Так, ребята, у вас Саня на первой позиции едет. Это как вообще понимать, а? Александр, прокомментируйте данные. Я тоже на первой. Макс, ты снова не долетел? Да. Вот это карма, а я долетел. Так, стоп, подождите. Что это такое? Пацаны, здесь какой-то чувак этот, типа Раста такой, Растамен, или как это правильно называть? Раста, да. Думаю, ой, игра есть такая. Я перевернулся. Машинка, просто перевернись. А ну, Сай, ну как ты мог слить на первое место свое? Блин, кстати, там чувака так классно сделали, в плане, там прям каждая деталька, каждый кусочек прям так похожи, прям как на настоящего такого просто чувака. Ну, прям такое знаток. Бывает. Так, ну, так, осталось проехать только один чекпоинт. Я взорвался. Вот, и все будет чики-пуки. А я так и должен как бы на крыше своей машины просто вниз. Да, и там сразу вниз. Да. Вниз. И финиш. Не сразу финиш, Саня. Я думал, что он будет раньше. Суперкары! Наконец-то! Ребят, короче, все, гонки на новой танке за 3 миллиона долларов. Просто понимаете, какие-то огромные деньги. И она, знаете что? Она электрическая. Да, ребят, это электрокар, соответственно, ускорение у нее просто бомбическое. Вот, с первого раза сейчас вообще просто ей сейчас тест-драйв такой устроим ей. И чё, пацаны, у меня, знаете что? Ну, у меня Кёнигзек, бензиновая тачка, всё, отдохните. Хотя, кстати, я не знаю, мы не проверяли скорость. Я Саню не могу догнать, хотя мне пакетик дается, алё, Какой чайный? Я реально смотри не могу. Ну да, пакетик как бы это. Ну, ох, сейчас взлетим походу. Да какого хера? Саня, реально, почему я не могу тебя догнать? Как тебе такое, Ломак? Так, давай, Сань, синхронно, Сань. Тихо, ты меня пинаешь. Давай! Ну, надо было синхронно, понимаешь? Ну, слушайте, пацаны, ничего не знаю, но тачка вроде пока нормально себя ведет. Она выглядит очень необычно. Реально очень необычно. И проходит, и заносит ее вот на этом. Так, аккуратно. О, я тоже с вами. Было опасно. Это было очень опасно. Что-то Кирилл на электрокаре не может меня догнать на своем. Аккуратнее. Ребят, не реально, посмотрите на эту тачку. Сейчас я вот по прямой будем. Так, а тут куда, Саня? А, просто... Пацаны, ловите меня, ёпта! Так, стоп, а мы... Саня, мы вообще правильно летим? Блять. Ну, короче, ребят, пока летим, вот, посмотрите, вот так вот тачка выглядит, ну, реально очень необычно. Не, я... Тихо, меня занесло. Да, ну я попал, парни, я еду первый! На бабки попал. Я так давно первого места не видел, за того, что все сталкивают обычно. Так что это все. Ну, слушайте, я теперь влюблен в эту машину. Олег, я тебе поддался. Ну да, Саня, ну да, конечно. Ты влюблен в Теслу? Нет, это не Тесла, Кирилл, ты шо, какая это? Да понятно. Не, вот Кёнигсек, вот это другая тема. Вот Кёнигсек топ, да, вот я на нем еду, да, топ. Вот это да. Вот это. Тихо. Ну вот зачем? Нет. Потеряли нет, я, кстати, Олег, от тебя не отстаю на третьем месте. Ну давай, Макс, догоняй. Вот на самом деле, вот у этой машины конкретно проблемы с поворотами, с ускорением и с скоростью. А у Кёнигзе, кстати, нормас. Это же Никити, она имбовая.
Финиш. И да, первое место, наконец-то. Кёнигзек тащит, Кёнигзек рулит. Я вас дернул. Ну да. давай посмотрим. Ну, ребят, теперь я взял нормальную машину. Ну вот, да, наконец-то все на нормальных тачках, кроме Сани. Сань, что у тебя? Да. Я не вижу. У меня почему-то стоковый, я не знаю, что я взял. Ой, нежданчик, пацаны, нежданчик. Да, вообще нежданчик. Так, ну смотрите, Кирюха взял Т20, то есть это Макларен, у Максима Кёнигзек, у меня Ламба. У меня какая-то хрень. Неплохо, пацаны, неплохо. Я тоже что-то взлетел как-то. Ема, тут рампа, пацаны. А как ее проехать? Офигеть, давай, скорость. Меня, да, по-моему, сейчас... Ема, это что вообще такое? Саня, аккуратно. Пацаны, меня начинают потихоньку заносить, по-моему. Меня занесло. Нет, держи. У-ху-ху-ху. Че это только что было? Это офигенная рампа, я не знаю. Ну, только тут как бы еще одна такая же. Так что, ребята... Тут, по-видимому, надолго. Так, один круг, 14 чекпоинтов. Ну, ребят, я это приклеиться не могу. У меня на середине этой гонки, да, точнее, рампа, у меня она начинает, машина слетать просто. Она начинает просто в бок куда-то уходить, и ее надо как-то держать, поддерживать. Ранит-то в жопу. Спасает только ускорение, которое находится, как бы. Но для этого они тут, скорее всего... Нет. Вот про это я как бы говорил, ребят, вам. Тут что-то сложно. Вообще, там было написано брать Т20, там, и так далее. Серьезно? Как? Я прям до него залетел. Ладно, сейчас попробуем сдерживать тачку так, чтобы она не упала. Вот первый раз получилось же как-то, надо его второй раз повторить. Давай. Чуть-чуть еще. Да, проехал. Отлично. Есть. Я тоже еду. Кёнигзек давно не едет там по рампам, я понял. Еще и сальтуху успел просто накрутить. Найс. Так, все, самое главное сейчас просто... Так, это кто летит? Не, даже не думай. Я еду на стоковом. Так, теперь куда? Так, там еще какая-то рампа. Блин, да сколько же здесь вас-то тут, а? Ну что, это реально как... Я надеюсь, что мы не будем там в обратную сторону ехать. А вокруг рампы, или еще что-нибудь типа этого делать. И звучит музыка. Ну, пацаны, походу, первое... А, нет, еще нет, подожди, я пока не буду говорить про первое место. Пойду по военному покатаюсь. А что, Макс, ты не можешь проехать, да? Да, это вот. Она хотела, чтобы я тоже Кёниг взял. Я, кстати, хотел взять, но я просто не успел. Опять я перелетел чекпоинт. Тихо. Нет. О-о-о-о! Я прям приземлился так четко. Говно. У меня тачка прям остановилась. Так, нет. Пацаны, прям слева от меня Т20. Нет. Т20 нам баланс. Там еще развернуться надо. Она догоняет, кстати. Я, кстати, так, лечу. Братан, сорян, не хотел, ну как бы ты сам так под таким углом поехал. Но, парни, просто финишная прямая, изи, первое место, даже как бы не это. Радуйся. Не сомневался, пацаны, все, опять первое место. Одни суперкары. Ну, кстати, реально, да, ребят, спорткары. Гонка у нас сейчас на спорткарах, как бы, и поэтому... Вот я вот только, знаете, чего сейчас больше всего боюсь? Если будет много... Спасибо. Соня, ты взлетел. Если будет странно, много поворотов, то как бы в любом... А я любом... здесь дохрена. Что с машиной? Меня просто перевернуло, как так? Я, походу, взял не ту тачку, пацаны. Но я просто с вещами... Меня тоже перевернуло. Ну, некуда было положить. Пошел. Макс, а это Кадиллак рядом с тобой? Так, Саня, здорово. Да. Саня. Так, вот здесь... Вот здесь лучше просто вот на этом повороте я его вот всегда просто опасаюсь. Там так легко вылететь на нем. Или тебя подрежут, блин. Или да, просто больше всего мы боимся в гонках, это когда тебя подрежут. Слушайте, а там... А что, в смысле, Саня? Что Саня сделал? Он назад поехал. Я чувака выкинул. Потому что меня подрезали, я за чекпоинтом поехал. Не, ну это забавно, когда, знаешь, вроде едешь вперед, а кто-то едет назад. Как бы, это да, такое бывает. Но я просто еду пока третий. Впереди меня двое, как бы, и надо их обогнать как-то. Ну вот у первого, как бы, тачка такая же, как и у Сани, как бы. Поэтому, ну, как бы, эта машина тоже электрокар. Что-то в последнее время электрокар и дача, да, Кирюха? Не-не. Про Теслу заговорили тогда. Скоро приедем. Ламба номер ван. Ламба номер ван. Нет. Вообще, Лада, пацаны, вот тут Ламба. Или семерка, да. Вообще Лада. Чебурек, вот эта новая тачка, которую добавят. Жижик, Ладов Семенович. Так, успею догнать. А, кстати, у нас ведь два круга в этой гонке, пацаны.
Еще увидимся, пацаны, еще увидимся. Да что, я так стараюсь тебя не трогать. Так, давай, 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 надо догнать. Надо Олег, догнать. Я за тобой сейчас почти. Сейчас еще было. В смысле? Нет, нет. Ну я поворачиваю на угол поворота большой. Ой, нифига себе. Я на пятом месте. Это нежданчик был. Сколько поворотов. Так, Макс, здорово. Я... У меня машина, я поеду поворотом. До свидания. У меня тут каждый поворот мой. Чё за ошибки я допускаю? А кто мне камеру изменил? Почему она у меня опускается? Макс, кстати, смотри, у тебя типа Porsche обычный, да, спортивная машина? Да, у тебя завышенный какой-то. Да, 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 у меня такой хэтчбэк. Не, не, джип или... Porsche ЧСВ. Не, это внедорожник. Ну хотя какой внедорожник? Это вездеход, скорее всего, какой-то, я не знаю. Ну, то есть, как бы, построен он для бездорожья. Я знаю, что Олег всегда любил ставить вверху багаж. У него на этой машине есть багаж? Да, кстати, да, да. Есть. Я первый. Конечно, Кирилл, а чё? Я помню один скилл. Да, да, мы пройти не могли, потому что у него багажа нет. Ну, тогда багаж был. Был. Ну, пацаны, я же говорю, я всегда с вещами. Он не пролазил. На спорткар там не вместится все, понимаете? Там же багажник обычно где? Я второй. Там спереди, как бы, да, а там маленький багажник. И как бы это... Места мало, поэтому надо... Я первый. Как ты? А нет, меня электрокар обогнал. Макс, ясно. Как? Ну электрокар тут реально тащит. Тут ну, здесь два круга нормально. А, второй круг. Бы, в поворот входит. Ты чё толкаешься? Видел, я вижу, как я ты пролезаю. Ты чё толкаешься? Я первый. Просто вот чего, его Саня? надо вот так вот его. Во! И... А ты красавчик, Олег. Да, Саня, зачем ты это сделал? Я тебя не подрезал, ты сам ушел. Чего? Повтор, флешбэк. Там было видно. Там было видно. Демки мувики есть, кстати. Демки мувики есть, Саня, все есть. Так что не надо. Спалился. Спалился. А у меня, кстати, некоторые ребята по пингу летают. Ну, возможно, как бы и пинг был, я не знаю, Саня. Возможно. Блин, надо было реально такую же тачку классно брать. Что-то я это как-то протупил, я не знаю. Ну да ладно, я все равно буду пробовать догонять. Вот именно на таких моментах, вроде где заносит, но все равно всех же. Заносит. Так, Саня. Я думал, что эта машина будет хорошо себя вести, но все равно электрокар побеждает здесь, потому что ускорение... Электрокар на поворотах просирает, а. Ну на вот, да, он... а на прямых тащит. Он улетает. Со старта он просто... А прямых больше, чем поворотов, да, да. Поэтому, как бы, соответственно. Я вижу здесь поворотов больше. Ну да, здесь. Но все равно, как бы, понимаешь, просто я тебя не догоню. Я тебя не догоню. Я сношу просто. Так, все, что можно. Так, аккуратно. Я пытаюсь догнать, не могу. На стоковой, что ли, еду? Ну, не, я не знаю, первый. Нет, ты не на стоковой ехал. Ну, Макс красава, на самом деле. Вырвался на первую позицию, это прикольно. Да. А вот я хочу догнать... Мне показалось, ли он Макса матерью обозвал? Чё? Макс, как мать? Мать на первом месте. Не, я говорю, что Макс на первом месте. Вот, такие пироги бывают. Мать на первом месте. Сейчас вот надо вот тут вот аккуратно поворот. Ну, блин, я не знаю, типа, эта тачка реально, ну, не ту тачку я взял, походу. Блин, врезался, сейчас буду второй, походу. Надо было что-то другое выбирать. Я уже Саня, к сожалению, не догоню, никого не догоню. Сань, ну, ты можешь притормозить, в принципе. Да я и так здесь на каждом повороте торможу для тебя. Нет, стой, сейчас большая ошибка была, сейчас была очень большая ошибка. Нет. Насколько большая? Перевожу на английский, вдруг нас смотрят американцы, big fail. Big mistake, big mistake. Big mistake, big mistake. Я не думаю, что нас кто-то смотрит на английском языке. В любом случае, для этого можно включить кривые субтитры, которые постоянно там просто пишут какую-то ересь. Но как бы это. Но я не думаю, что все-таки кто-то смотрит на английском языке. Ну блин, ну как же, вот тачка, она, ну не для этого. Что? Посмотри, пожалуйста, вот сейчас над картой. И там будет Макс, как бы, да, финишировал. Олег, чё? Тоже посмотри. А, тоже посмотри. Ну давай, и еще посмотри, пожалуйста. Не, вот сейчас, вот Кирюх, можешь посмотреть? Вот Кирюх, посмотри, пожалуйста. Вот сейчас, вот смотри. Вот сейчас, посмотри, пожалуйста. Кофе взорвался. Ладно, нормально. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие вот у нас сегодня гоночки получились. Я надеюсь, они вам понравились. Вы поставили лайки, подписались на все наши каналы. Ну а с вами были, как всегда, Кофи, Фреш, Варпач, Алекс Фокс. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Всем пока, друзья. Пока, ребята.